вообще не вечеринка. Что ты можешь сказать хорошего радио? Конечно же, это любимая радиостанция, это лучшее радио Москва России, СНГ. Я не знаю, может даже в Европе, но для меня это вообще самое лучшее будет. Вот. Ну, последняя вечеринка, я думал, последняя в этом году, да. Вечеринки в Радио Рекорд будут продолжаться и дальше. А саму радиостанцию ждем открытия, потому что скоро на новой частоте Радио Рекорд снова заиграет в Москве. Какие могут быть театры? Ну, конечно же, это прям событие, я даже помню, когда это было, кто первый из диджеев поставил мои треки на Радио Рекорд. Это Эль Бизар, мои любимые ребятки. Спасибо им большое за поддержку моих треков, и они потом постоянно поддерживали мои треки. Потом и другие диджеи стали поддерживать. Ну, это незабываемо, то есть какие-то моменты я даже не могу объяснить. Ну, вообще сама идея, это интересно, прикольно, что все в черном, да, я говорю, что тут микрофон, смотрю в зал, там все в черном. Сначала, конечно, думаешь, а что такое? Потом понимаю, что рекорд закрывается сейчас на этой чистоте. Ну, как бы... Концепция такая, я думаю, что это очень интересно, потому что есть фестивали Sensation, там все в белом. Спасибо вам.